10 ноября на календаре, а это значит, что уже меньше 3 недель осталось не только до окончания осени, но и до истечения срока оплаты налогов для физических лиц. Вот о каких именно налогах идет речь и какие санкции ждут тех, кто не оплатит их вовремя, выясним у нашей гости, юриста Александры Днепровской. Доброе утро, Александра. Здравствуйте. До 1 декабря 2023 года резиденты Российской Федерации должны оплатить имущественные налоги. Но вот о каком имуществе речь? У нас здесь речь идет о личных налогах. Это имущественный налог, это налог на недвижимость, земельный налог он у нас отдельно, транспортный налог. И в этом году у нас добавился налог на доходы физических лиц, которые не уплачены налоговым агентом. Что значит не уплачено налоговым агентом? Это если работодатель... Поясните, что это за налоговый агент? Да. Вот, у нас такого нет. Налоговый директор, агент у нас есть. Либо, есть. Такой есть. Либо работодатель, либо источник платежа. Вот и в данном случае, если налог рассчитан, но он не уплачен, то до 1 декабря его необходимо уплатить. То есть, если работодатель не заплатил этот налог, то гражданин сам должен позаботиться о том, чтобы налог, скажем так, с дохода со своего заплатить, правильно? Да, если он рассчитан. Если не рассчитан налоговым органом такой налог, то мы его платим до 30 апреля, как и прежде. А вот как люди узнают, какой объем налогов им необходимо заплатить? Куда приходит сейчас уведомление? Потому что кто-то постоянно получает на почту, а кто-то говорил, подождите, а почему-то мне на почту ничего не пришло? Вот мне ничего не приходило. Ничего не пришло. А у кого-то уже все личные кабинеты заведены на различных государственных сервисах. Как искать свой налог, если ты хочешь быть вот законопослушным гражданином и избавиться от всех задолженностей? А в данном случае, если у вас есть госуслуги, и вы в них зарегистрированы, то автоматически у вас есть кабинет налогоплательщика, где вы можете посмотреть свои налоговые обязанности. Соответственно, если вы нигде не зарегистрированы и вам не пришло налоговое уведомление, то вам необходимо обратиться в налоговый орган для того, чтобы вам налоговое уведомление выслали почтой России. Правильно мы понимаем, что не нужно радоваться, если налоговое уведомление в бумажном виде не пришло. Нужно просто заглянуть в личный кабинет на госуслугах. Нет, не нужно. Вот. Налоги нужно платить вовремя. Но, честно говоря, бумажное уведомление, когда ты его получил, положил на стол и периодически так одним глазом на него смотришь, мотивирует вовремя заплатить налоги. А что будет применяться, какие санкции, какие штрафы к тем гражданам, которые, ну, все-таки забудут по какой-то причине? У нас есть пени, это 1/300 ключевой ставки Центробанка, и, соответственно, эти пени будут начисляться за каждый день просрочки, и придет, опять же, налоговое требование. В следующем году или в какой-то период особенно? Ну, вот у нас сейчас, например, 1 декабря, и если вы не заплатили до 2 декабря, то со 2 декабря у вас начнут начисляться пени. И тебе как-то напомнят об этом. Там, на самом деле, в налоговом кодексе у нас разные сроки, когда налоговое требование, но примерно через 6 месяцев оно вам придет. А у кого-то есть льготы? Льгот у нас достаточно много. По каждому налогу у нас есть региональные льготы. Например, по Санкт-Петербургу они более выгодные, чем в целом федеральные льготы. Есть федеральные льготы. Если говорить по каждому налогу личному, то они несколько отличаются. Ну вот основные, самые распространенные, где больше граждан могут получить эту льготу, и как-то надо ли заявлять, что у тебя есть эта льгота? В основном льгота у нас по всем личным налогам это для пенсионеров и для предпенсионного возраста, это 55 и 60 лет для мужчин, 55 для женщин. Имущественные льготы есть у нас для детей-сирот, например. У нас есть различные льготы для участников боевых действий, для ветеранов Великой Отечественной войны, ну, то есть для ветеранов труда. То есть перечень большой. В принципе, достаточно. На сайте налоговой службы можно ознакомиться со списком льгот и понять, подходишь. Конечно, и большинство из льгот, оно применяется автоматически. То есть у нас это очень удобно. И нужно отметить, что и, собственно, сумма, которую нужно будет оплатить до 1 декабря 2023 года, тоже рассчитывается налоговой службой. Стоит ли ее проверять? Или вот, собственно, как рассчитали, и так бежать оплачивать? В целом, я думаю, что необходимо пересчитать
Соответственно, если у вас сумма не та, которую вы ожидали, примерно любой налогоплательщик, он в уме себе считает, сколько у него должно быть. Это, опять-таки, открытые данные, все да, ставки. Да, ну, например, вот но недвижимость от кадастровой стоимости. Да, например, у нас недвижимость в этом году только от кадастровой стоимости исчисляется налог, хотя ранее было по-другому. И поэтому у некоторых граждан она может измениться. И, соответственно, налог изменится, и человек обнаружит, что у него другой размер. Что делать тогда? Не переживать? Не переживать. У нас налоговые органы, они отвечают на все вопросы. Можно и лично прийти, можно и задать вопрос в госуслугах, в кабинете налогоплательщика онлайн. Можно этот вопрос задать и получить ответ. То есть налоговая, если действительно была какая-то ошибка допущена, пересчитает эту сумму. Естественно. Может быть, даже и в меньшую сторону. Ну вот относительно новый налог, о котором еще не все знают, а если знают, то не совсем понимают, каким образом он начисляется, налог на вклад. С какой суммы прибыли ты должен платить налог? И что делать, если не весь год у тебя лежала какая-то внушительная сумма, а в разные периоды, например, в разных банках? Продал человек машину, положил деньги, потом купил новую, забрал эти деньги, а какой-то процент ему все равно капнул на краткосрочном вкладе. В данном случае это у нас налог на доходы физических лиц, он также до 1 декабря уплачивается. И у нас налоговый орган, он, поскольку аккумулирует сведения о наших расчетных счетах и, соответственно, о доходах по вкладам, соответственно, автоматически этот налог будет у вас в кабинете налогоплательщика рассчитан, но в целом считать не нужно, поскольку налоговый орган все посчитает. А там от любой суммы процента рассчитывается налог? Или есть какие-то тоже пределы, когда налог не нужно платить, или когда он уже там рассчитывается? Ну, у нас действовал предел там до 1 000 000 рублей расчет, но у нас... Именно доход по процентам? Именно доход по процентам. Не сумма вклада? Сумма вклада. То есть именно сумма вклада. Расчет такой. Но в любом случае это автоматически считается, и налоговый орган вам автоматически посчитает. Более того, в кабинете налогоплательщика можно посмотреть формулу в целом, как она рассчитывалась. То есть все составляющие можно посмотреть. То есть, опять-таки, можно довериться налоговой инспекции, они все посчитают. Проверяй, но проверяй. И пришлют уведомления в личном кабинете на госуслугах. Обязательно туда загляните. В целом у нас это прозрачная сейчас система, и я думаю, что доверять ей стоит. Вот, спасибо Александр, вам большое. Спасибо вам большое за ценные ответы на наши актуальные вопросы.